О, привет! Алло! А как нам взаимодействовать тут, как общаться? Вот так? Классная игра! Communication. Бич. Так, мне видишь, нужны эти. Он написал, что не будет сохраняться прогресс игры, будет сохраняться XP, репутация, experience, репутация, крафтовые всякие штуки, инвентарь. Я даже не прочитал. Мне торговец нужен. Ну вон же, лови его! Ой, сучка! Не-не-не! Я не убиваю его! Притормозил! Нормально ты притормозил. Блин, у меня шкур столько, я не знаю, куда их девать. Sometimes I get a feeling I've done this all before. And then my friend! I have new things to show you. Фонарик можно? Блин, его можно ударить, интересно? Мне можно камнем кинуть? Oh, no! Ой. Ты что-то оглушил его. Я гранату кинул. Случайно. А, камнем. Нет. Ты сейчас стоишь, не торгуешь? Не набежал. А? Ну, набежал. Староват я для такой херни. В смысле? Ну это он так говорит. О! Пипец, все уехали. А че это за миссия-то? А че как здесь оказался? Ну, ты вообще... Наташа. Меня сбили. О-о! О, есть! Смотри-ка, умер. Куда он поехал? Твой дед умер. Клянусь, он вон выпал из этого. Блять, я забраться не могу. Сука, я тоже. Это я его убил, что ли? Ну, кто-то из нас. Это я был, Вась. Да не, ну это был я, 100%. Давай просто экспертизы покажем, чем будем гадать-то. Стой. Че, работаем? Че почем? О, это же этот Урал какой-то. Доехать надо. У меня карта не грузится. Ну, аж надо вышку открыть. Блять, с ума сойти. Как ты сюда вообще попал-то, объясни ты мне. По заданию. Какому заданию, то есть у тебя вышка не открыта? Направо, правее надо было ехать, куда ты? Да я хрен его знает, карты-то нет, у меня черное пятно, я шатку знаю. Ну а тюпец показывает у тебя? Нет, в том-то все дело, что... Вылезай тогда из руля. Нет, я буду вести. Ты говори, ори на меня, куда ехать. Вот,
По этой дороге, да, прямо, прямо. Километр надо нам ехать, километр 100. О, там еще один грузовик впереди. Давай отожмем. А, или это куда надо привезти? О, правильно, правильно, да, молодец. Налево сейчас. Да, он не дрифтит, я забыл. У него режим дрифта нет. Ну надо что это прокачать. Ручника у него нет? О, есть. Дрифтит. Прям, прям. Это вражеская территория. Вражеская. Такие, знаешь, проехали без палева. Куда ты? Направо, направо, Вася. Куда ты? Съехал. Я знаю дорогу, я весь местный. Направо. Кустика задавили. Ядриская сила. Где он? Блин, да я посмотрю. Киску жалко же. Я подсыпал. Ну я замочил, я... Блин, грузовик завел. Ладно, садись, подвезу, чё там уж. Куда ты едешь, скажи, пожалуйста? Да короткая дорога здесь. Дорога правее там проходит. Да короткая здесь дорога. О, стой. Ух, ёпта. Блять, клянусь, была короткая дорога здесь. Сколько всего изменилось. Ой, я застрял. А, я ты с чуваками воюю. Пошли грузовик достанем, что с чуваками мы достанем. А грузовик мы успеем повоевать. О, я себе палец выпрямил. Не знаю, ты вылез из грузовика, чтобы я вылез из грузовика, чтобы забрать у меня грузовик. Чтобы тебя убили. Это обман, чтобы набрать классы. Куда ты меня толкаешь? Ты знаешь, ты меня вначале назад такой отталкивал, потом взял и завел. Давай, рук помощи смотри. Давай, давай этих Питеров замочим. Ага, да, давай, гляди там. Мой грузовик, я его нашел. О, тут какая-то секретная локация. Ага. Очень крутая, очень крутая. В Твиттере про нее ничего не пишут, не надо мне туда. Бля, а как ее открыть? Че здесь? Где? Че? Как тут? Да. Давай, дай это посмотрю так. Ну, мне деньги упали. Ну, чуваки Поехали, я коротко не знаю. Тут вам стреляют, там, где-то. Ай-яй-яй-яй. Да, он говорит одно и то же по радио. Я застрял. Отлично. Приехали. Да не-не, нормально, сейчас выберемся. Еще урон получаю. Блин, какой он. Вон там чемодан, кстати, тебя. Коробка. Блин.
На, ты хотел же порулить. Че, не друг что ли? Не дам тебе порулить. Вон, на, держи рули. Клевый грузовик из банки. Вот, смотри. Неплохо у тебя получается. Ощущаешь себя как в детстве там? О, ничего себе, выпал. Почти, назад. О, давай, назад, не вперед. Еще. О, смотри. Ну, а ты говоришь. Все, давай теперь я, да? Ну и куда ты едешь-то? Вон же дорога. Сука. Ну и кот попёртый, вон же, блин. Стой! Олени, мне нужны олени. Очень нужно два оленя или один олень. Мне тоже нужно два оленя для сундука. Ой, для сундука, для этого. Я первый их увидел. Такие охотнички с магическим оружием. Эй! Ой, ничего себе, не в бронежилетах, ты посмотри. Слушай, мы забрались вообще туда, куда мы не должны были забираться. Эй! Ну пипец. Щёк погиб. Блин, меня тигр замочил. Почти. Это не тигр. Как что так? Щёк, где ты? Ну все, я погиб. А как тебя это оживить? На все. В смысле все? Одноразовая игра, что ли? Да. Все вот из-за тебя. Давай, вставай. Ну хватит прикалываться. Давай. А, нет! Ну блин. Блин, да чё, машина горит. Блин, я умер. Я еще выкинул. Нас с тобой привезти. Из-за тебя. Самый безопасный рейдер, да? Угу. О, где он зародился? А мы чего оба, что ли, умерли? Да. А, ну это база, которую ты освобождаешь, я так понимаю. Слушай, ну получается, никакие миссии мы делать не можем? Ну мы можем вышки защищать. Ну давай, вот я waypoint поставил. Я виден на карте waypoint? Да. Ничего себе! Ну-ка, стой! Я пилот вертолета. Сертифицированный. Ну-ка, взлети. Давай, повыше! Взлети повыше! Ну-ка. Еще. Да ладно! Да, вообще! Так ты не забываешь, что я низко вешу. Нет, а ты можешь прицепиться и так просто к нему. В смысле и так? Не болтай, как говно, а еще не понимаешь, что происходит. Ты меня раскачиваешь, что ли?
И че, я ворон получаю? Пой, стреляю. Я пониже, подожди, спущусь. На скалу прям тащишь скалу. Давай десантируй. А, ты упал что ли? Да, ты меня в скалу фигачил, нифига себе, я упал. Да, я здесь. Десантируй тебя. Да, да, давай. Там кошка. Чтоб кабанов. Опять отцепилась, подожди. Стой, спустись. Она вчера отцепилась, не знаю почему. Вот так могу уже подцепиться. Ага. Такие звуки-то. О, я вообще могу залезть прям к тебе. Ну. А интересно, я также спуститься могу на этом. Чуть-чуть левее возьми. Он с левой стороны сидит. Я упал. Ты зачем вышел? Блин. А когда оба умирают, получается, что мы рисаемся там. Ну, да. Типа, когда один умирает, он может поднять второго, а так... О, вон они. Ой, я помню эту вышку. Я ролик смотрел про нее. Ну? Он не залезает. Почему он не залезает? Я... А, там лестницу нашел. Я там кореша принес. Министерство Social Harmony, а еще жив. Скоро в России такое же будет. Армия короля. Я нашел пластикового слоника. Ну, получается, берешь ты и мне тоже там даешь. Да, то есть, да, видимо, как-то распределяется так. А ты лут поставил вот рандомно или как? Или ты определяешь лут? Так я к тебе подсоединился. Я не знаю, какой ты лут поставил. Нет, это ты там поставил. Я к тебе присоединился, ты чё я поставил?
Ничего не знаю. Колокольня освобождена. Колокольня. Нормально. Труп так и выкинули, да? Логово тигра. Ну это нужно карму улучшать. Угу. О, а что внизу за карта горит? У тебя горит внизу? О, а что за парашют? Эй! А, убивай! А! Вася, Вася, помогай! Помогай! О, сейчас я тебе помогу! Помог ты хуй! Я что-то ступил, я не знаю, я забыл, как бы. Я тебе помогу. Спускаться, я думал. Винтами тебя обтрубить. Вон же бумажка какая-то, у тебя же горит такая штука. Карта типа. Какая? Ну, у тебя не горит бумажка такая на карте. Что тут что-то есть. У меня вышка только горит. У меня горит бумажка. Ну ладно, я все равно не знаю, что это. Но я запомню, что она здесь. А, синяя, да, какая-то есть. А, ну вот. Видимо, наверху где-то. Мне еще интересует, что за значок парашютных войск. Давай посмотрим. Тут плакат висит этого, а как его снять? А, его надо поджечь молотом. Как фара чуть направо-налево? Почему у этой ливанской вертушки нету? Садись, кот пошел. Ты же должен как в боевиках прыгнуть. Зацепил тебя? Ага. Полетели, поплаваем. Блин! Чё мне, кто меня подстрелил? Как я упал? Не знаю. Сейчас я точно тебя спасу. Я куда-то скатываюсь вниз, поэтому. О!
Эй, эй, оп, оп. За это. О, грузовик, грузовик. Грузовик, ну, грузовик, да, он да. А ты можешь по нему стрелять? Нет. Ну забирайся ко мне тогда. Он что-то очень быстро едет, я не могу его догнать. Даже перегнать его не могу, чтобы перед ним сесть. Блин. О, убил, убил. Блять, как я умер. Ты умер? Как я? Да. Я упал на капот грузовику и умер. Поехали. Я отвезу тебя в больницу. Эй, там по нам стреляют, поехали-ка отсюда. Ой, эй. Так, а он локейшн не отметил сам. На том берегу там. Вообще не вижу на карте. Вообще не вижу. Нам в обратную сторону разворачиваться? Не-не-не, у тебя что, GPS не показывают? Да я не вижу на карте, куда мне GPS ставить? Мне... Нет, точно. Так она сама поставилась. Да? Да. А точка стоит на вейпое, на вышку. Ну ладно. Допустим. Вылезай. Не. Прямо поехали. Направо. У меня патронов нет. Ну и не надо, у меня есть. Правее, правее, правее. О! Автопилот есть! Я вообще не управляю языком. Не, он сам приедет, значит. Чё мы тут выдумывают? Провели, ве. Я не управляю грузовиком. Я сижу на диване, завалились ноги на журнальный столик и пью пиво. А он едет не туда. А вы Тесла, Тесла, все. Ну потому что он едет, я же не говорю на вейпоинт. А вейпоинт это ебаная вышка. Не-не, GPS он дальше показывает его. А, нет, назад, да. Слон, слон. Слон, только не убивай его. А у тебя патроны все равно. Так, ну и куда дальше? Я умер. Блять, ну как?
Я выпрыгнул за слоном. Стой, сука. Ты еще не метров 10 протащи. Че ругаешься? Ты в GTA вытолкнуть. Слушай, ты ведешь, вообще так смешно, этот чувак сидит. Он такой, напрягся, короче, поиск на руле. И руль заветную часть держит. Такой, водитель маршрутки. У меня так он вальяжно сидит, едет. Да, у меня он прям висит на руле, так важно. О, там на обычной подушке была хрень. Что? На обычной подушке там был катер сзади. Я умер. Ну не умер, но... Как радио отключить? Должен добраться до катера на воздушной подушке. Блин, ты выпал, что ли? Да. А чё меня выкинуло? Лицо у тебя довольно. Блин, я скриншот покажу. Да рисни меня лучше. Педик, рисни меня. Спасибо. А если резает, он классно, просто в руку подал. Да. Ты сам он встать не мог. Блин, где-то здесь мы проезжали, было говно на воздушной подушке. О, в дороге! Ага, иди попробуй убей их. Ты у меня что-то завис? А ты покинул игру, написано. Коннект разорвался. Там насорал, перевернул этот пикап. Блин, слушай, ну это вообще мне так не нравится. Джоэн. Что за чё? Чё это я умер? Да блин, бред, прикинь, короче, я появляюсь это в небе, падаю, разбиваюсь, опять появляюсь в небе, падаю, разбиваюсь. Игра года. Я к тебе подключиться не могу. Блядь, как, Вася, что мне? Так. Нет, не могу подцепиться. Try again later. Что за фигня? Ты все еще там падаешь в небе?
Вот что? Вась. Я не могу подсоединиться, не знаю. Это вот все карма. А почему я тебя приглашение тебе отправляю? Ну так пока ты там падаешь, я не могу к тебе присоединиться. Приглашение, не приглашение, не цепляется теперь. Блин. И что мне делать? Ну, перезапустить игру, например. О, я выбрал быстрое перемещение. О, все, пробуй ко мне подключить. Че? Ах, да Far Cry, слушай, уже прошел сколько? Больше года прошло, да, с момента выпуска Far Cry? Не знаю. Блять, орел. Не коннектит. Блять, гарнитура разряжается. Сука. Все. Все через жопу. Кто по мне стреляет? Пошли мне вниз во скид тогда. Не, хочу Far Cry. Чё, ты сможешь там? Смог подключиться? Не. Да. Ой. Ну вот, приглашение сейчас должно прийти. Ну сейчас я джогнись так, из игры. Пробую. О! Зашел. Так. Только следующие вещи будут сохранены в процессе этой сессии. XP, рупии, карма, скиллы, крафт апгрейд, лут айтем, купленные вещи, патроны, метательные. Давай этого искать. Лосей этих. Надо рюкзак себе апгрейдить. Я сдаю выйти не могу. Я могу тебе патрон дать. Слушай, он отваляется, я, по-моему, его лутаю уже с третий. Да-да-да. Воу-воу-воу-воу! Он отключает, когда высоко поднимает. Ничего себе. Ты по мне попадаешь, между прочим. Поставь вейпоинт, куда лететь. Так, ну куда мы этот? Вышку закладывать или куда? Да-да, вышку давай захватим. В
понял. Так мы же ее уже захватили. Как мы ее захватили? Что не получается? Он что-то пищит или ищет. Высоко не поднимает. Я хочу высоко, иначе прикол какой. Горе пилот. Да я вообще бог вертолетов. Я вижу. Куда ты летишь, блядь? Ты убил меня, сука. Как ты тебя убил-то? Не знаю, я вот болтаюсь, дохлый. Так ты болтаешься, дохлый, ты нормально болтаешься. А, ну у меня здоровья мало, значит. Ну поднимайся, садись на него, что ты там говно в проруби. Или нет, не поднимайся, мне страшно, когда так ползешь. Блять, я чё? Че ты на меня все ругаешься? Я опять поднимать буду постоянно. Ну, а ты умер. Я буду через 15-14. Это был не я. Смотри, тут в воздухе летает. А, все, опустил. Ты меня поднимать собираешься вообще? Бухло! О, тут, оказывается, можно всякое говно ломать надо. О, пещера! Бумажник почти полон. Почему у меня в жизни такие сообщения не высвечиваются? Ну ты что себя открыл-то вообще? Я хоть что-нибудь украду. Так а тебе разве не падает ничего? Не падает. Чёрт тогда. Как быстро плыть? Ну, L3 нажимаешь. А, слушай, да. Я почему-то об этом не подумал даже. Да, прикинь, так пришел, зарплату получил. Так, па-пам, сообщение, бумажник почти полон, срочно иди купи какой-нибудь хуйни. Так, что-то там... Ну ты куда улетел-то? Я! Вот бы тебе подзатыльник отвесить. Тут такой. Значит, карам пишет. Все пишут, что-то все. О, подожди, подожди, мы пролетели? Нет, подожди, мы выяснили, что он падает. Давай как-нибудь не так, чтобы не на крышу, не на самую верхушку. Иначе я тут не спущусь, а тут нет спуска. Не-не-не. Сбоку откуда-нибудь. Во, туда сможешь как-нибудь прилететь? Оп-оп-оп, подожди. Есть! Вообще не убьешь ни одного человека.
Это что такое? Меня выкинуло из этой хрени и показывает сейчас карту все это. У меня вертолет упал прямо на меня. Когда я нажал на кнопку. Ну, да, ломал эту шляпу. А чё у вас получается сохраняется из прогресса? У нас сохраняется все, кроме миссий. Опыт, деньги, то, что мы оружие находим, покупаем. Вот эти вышки, я так понимаю, то, что мы открываем, сохраняется. Ты чё, в этом, что ли, летаешь? Да. Офигеть. Следующая вышка. Все. Ну то есть, ну, в принципе, в вышке часть смысл есть, да, нам они сохраняют. Слушай, ну я так понял, что да. Там я, ну, прочитал, я не помню про вышки, но я так подозреваю, что да. О, грузовик. Или пошел он в жопу, вышки вначале откроем. Да, еще куда-нибудь слетаем. Слушай, ну грузовик надо хотя бы раз доставить, просто ради интереса. Что за это дают посмотреть. Вот смотри, машина стоит в лесу. Ты не то поставил мне. Как не то? Надо. А, ну. Вон, вон вышка. Я базу поставил. Ну, а я хотел вышку еще одну. А, нет, так высоко я боюсь. Ну нифига, тут целый какой-то маяк, не маяк. Ага. Ого. Давай левее, правее. Правее, левее. Залетай прям туда. Мы уже выяснили, что это. Блядь! Тимучин! Херк, держись! Блять! Херк? Тебе! Тут какие-то мощные чуваки. Не получилось по-тихому в стелс залететь. Это все проканало. Только ты перевязывался в процессе управления вертолетом. Никто так не делает. О! Я слышу прямо к этой около этой вышки. Ну, давай попробуем так выходить. Да они вялые какие-то. Снайпер, снайпер, снайпер. Блять! А! Смотри, ползет. Ты сказал, что тебя тащат тросом каким-то. Ну я пошел, пополз в безопасное место. Блядь, змея, 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 змея! А, змея! Ничего не знаю, я тут вылазил. Так, это снайпер застрелил где-то. Вот сучка. Я прям слышу сверху, как она шипит у себя. Я ее уже убил. Стой, ты снайпера убил, там у него винтовка должна быть снайперская. Я хочу снайперскую винтовку. Да, 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 вот я хочу посмотреть. Ее надо просто подержать, чтобы она разблокировалась, то есть не обязательно их собирать. Ха-ха-ха!
Там волки пришли какие-то. Не вижу снайпера. Hello. О, нифига, у меня у коллеги такая машинка была. Страшное, что просто пиздец. Там 800 кубов мотор. Она максимально едет километров 80, по-моему, в час или 100, что ли. Это вообще не предел. Минивенчик вот этот? Да. Японский. У него был, короче, он еще с мотиками ковырялся. И у него был поэтому там глушитель стандартный снят. А стоял Йошимура. Ну, это маленький гребный автомат. И он пердел, орал, верещал, там никогда не работал, в жизни не работала печка. Блин, а где снайпер? А, дай подержать. А я свой автомат скинул вниз куда-то. Вот, дальше волка. Подожди. Что ты сделал? Я хотел тебя скинуть, не знал как. Я там волка убиваю внизу. А, вот вижу, да. Ну что ты за охотник такой? О, люди. Блин, как прыгнуть-то. Блин, я разбил тебя. Иди подними меня и винтовку. Мне волк атакует. А где я тут? Где я валяюсь? Волка убить. Не могу. Блять, отстань от меня. Иди завали такую хреновину, она вон. Фига себе, в голову выстрелил. Он выжил. Я не могу волка полутать, места нет, сумок. Смотри-ка. Сама тут. А, вот. Мой нет. Чего? Где мой автомат, Вась? Я не знаю, он, наверное, упал. Тут какой-то с коллиматорным прицелом. Блять, мой автомат проебался. Ну где с коллиматорным прицелом? Это мой, да. У меня. А. Блять, а почему он не меняет это ублюдское оружие? Водное. Так. Ну, накорми ее. А как накормить ее и наиграть тебя одновременно? Никак. Придется выбрать кого-то одного. Придется выбрать того, кто даст. Как там у Женьки дела? Поправилась? Да вот страдает. Все еще. Долго страдать? Болит губа. Да не знаю. По идее там 15-го ей говорили, что швы должны снимать. А че ж она губой полезла в мясорубку-то? Ну вот такая вот.
Я еще одна волк. Блять! Да ну что за управление? Где там автомат? Вот. Вот он мой. Вот я хочу СВД, чтобы она открылась. Подержать ее хотя бы. Все. Шеф, да один целый за полтинник. Ты чё, мне угрожаешь, что у меня денег нет? Клянусь. А чё у тебя за мастурбатор лежит на торпеде? Как бы не стыдно? Не стыдно тебе эти песни? Так, да я поставлю точку на карте. Я вот здесь какого-то чувака убил. Вон, сменный дом Рай, что-то такое. О, дельтаплан. О! Мой дельтапланчик. Че, думал, я умру, что ли? Там был. Блин. О! Покажем ей. Стой! О! Грузовик. Мне нужен козел. Стой, блядь. А места в сумках нету, пипец. Да! Вот такой был Кустина. Бля, он резвый такой. О, топир. Нам сумки надо это самое опустошить где-нибудь. Так, где нам взять? А это постер. О, чё нашёл, слышал? Чё? Ого! Ничего себе штука. Ну ты чё, написано же, do not kill. Блять, ну что? Ну ты чё здесь за Донецк устроил? Сепаратист. Ватник сепаратист. Бля, классная штука. Значит, не очень. Я как блин, тачку обидно. Да. Все. Нет у тебя теперь друзей. Сейчас я хочу тут прям зачистить эту хрень всю.
А далеко он стреляет? Ну так. А, нифига, она еще и кластерная. Да. То есть он сверху разрывается и потом. Ну-ка, а так если. А так. Блин, не работает. О, прям видно, как траектория полет. Топир. А че я умираю? Чувак бежит. Зарви чувака прямо около нас. А, сейчас. Так, пойду. Да, да. А? 10 минут Женьки там это. Поесть сделаю. Ну покорми, а пока в Need for Speed пойду. Пуля. Ну давай, ага.